Всем привет! Итак, меня зовут Саша, и сегодня я буду говорить о трех различных стандартных библиотеках, входящих в состав Angular 4. Это справедливо также для Angular 2, и отличия, в принципе, между фреймворками на текущий момент не так велики. Но речь не об этом. Итак, доклад мой называется в честь произведения такого писателя Жюля Верна с его произведением «20 тысяч лье под водой». Почему я выбрал такое название для своего доклада? Потому что я буду говорить о довольно таких глубоких вещах в Angular 2 с плюсом, которые иногда не используются, иногда используются неправильно, но имеют смысл. Итак, я не люблю сложные агенды, поэтому агенда состоит у нас из двух пунктов. Первый пункт – почему? И второй пункт – как? Итак, первый пункт. Он у нас довольно короткий, он тоже состоит из двух пунктов. Наша задача – сделать приложение быстрее. И мы хотим иметь код лучше. Итак, половина доклада у нас прошла. Перейдем ко второй половине нашего доклада. Я хочу с вами поговорить про data binding. Эта картинка, она довольно-таки хорошо иллюстрирует проблему, с которой мы можем столкнуться. И невольно многие из вас с этим сталкивались. И сейчас я буду рассказывать, как мы можем бороться с автоматикой там, где она не нужна, и как мы можем избежать подобных проблем. Да, мы будем говорить про Change Detection Strategies. Ребят, поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас использовал Change Detection Strategy, явно указывал где-нибудь. Хорошо. Хорошо. А кто из вас хотя бы читал, что это такое? Хорошо. Да. Это нас не остановит. Итак, что такое Data Binding, я надеюсь, знают больше людей, чем те, кто использовали Change Detection Strategy. И если коротко, это автоматический способ для того, чтобы забандить значение в нашем компоненте с моделькой и нашим темплейтом, вьюшкой, и наоборот. В принципе, все сложно. То есть мы связываем темплейты с модельками, вью-модельками, а-ля контроллерами, и также мы связываем между собой контроллеры и вью-модельки, простите меня. И если с байдингом из вьюшки в вью-модел и из вью-модел в вьюшку все просто, то при попытке сбандить между собой разные вью-модулы начинаются иногда проблемы. Как вообще происходит байдинг? Давайте немножко вернемся к этому вопросу. Собственно, предположим, у нас что-то изменилось в вьюшке. Точнее, у нас вьюшка появилась, пользователь что-то изменил в этой вьюшке. После этого вьюшка триггерит ивент с изменениями. Это может быть какой-то нативный ивент, а-ля пользователь кнопку нажал, изменил input. Может быть какой-то ивент, который триггерится через слушатель, на который мы подписались. Дальше наша ViewModel узнает, что что-то произошло, и обновляет вьюшку. Это очень абстрактно. Немножко глубже, мы зайдем дальше. Дальше. Нет сейчас ни одного современного фреймворка, который каждый раз после изменений во вьюшке обновляет всю вьюшку. Потому как DOM операции дорогие, и перерисовывать DOM после каждого действия пользователя нерационально. Предположим, у нас есть какой-то input, пользователь пишет что-то в этом инпуте, и далеко не всегда имеет смысл после каждого действия пользователя перерисовывать всю вьюшку. Собственно, на вот этом вот этапе обычно мы имеем какие-то дополнительные механизмы для того, чтобы сравнивать изменения. Таких механизмов у нас два популярных. Первый — это Virtual DOM, который используется в экосистеме React активно. И второй — это абстрактное синтаксическое дерево. Абстрактное синтаксическое дерево используется везде, где не используется Virtual DOM в том или ином виде. В том числе он используется в Angular. Притом он используется в довольно извращенной форме в первом Angular, в более красивой форме во втором и старше.
Собственно, как это выглядит? Опять же, это все очень высокоуровнево, то есть, грубо говоря, у нас Angular при инициализации компонента, он сохраняет все значения наших объектов в свой кэш, назовем это кэш. Что-то изменяется, и Angular сравнивает старое и новое значение этих, допустим, какой-то объект, он начинает сравнивать каждый ключ. И если есть какие-то изменения, только тогда Angular перерисует вьюшку. Иначе дом останется нетронутым, мы не потеряем никакие ресурсы на отрисовку этого дома, и все счастливы. То есть мы получаем лучшую производительность и радуемся. Предположим, как мы можем забандить компонент к компоненту. Предположим, у нас есть простейшее дерево компонентов, грубо говоря, какой-то родительский модуль, компонент, в нем есть дочерние компоненты, и где-то на одном из листьев этого дерева происходит изменение. У нас тут тоже есть два способа. Сегодня получается у меня всего по два. Первый способ это, ну, предположим, что у нас есть переменная, вот используют все компоненты, как все. Вот этот компонент использует А, этот декларирует, этот изменяет. То есть у нас есть способ передать это значение по всему дереву вверх, с помощью zone.js. Кто-нибудь, ребята, из вас использовал zone.js? Хорошо. Я, пожалуй, тогда объясню, что такое zone.js. Как вообще происходит детекция всех изменений в Angular 2? И чем она, в принципе, отличается от Angular 1? Мы используем такую замечательную штуку, такой классный антипаттерн на уровне ядра Angular. Используется этот антипаттерн. Это monkey patching. И все абсолютно нативные ивенты, которые могут использоваться в Angular, втором и выше, они проманкипатчены. Грубо говоря, setTimeout, он проманкипатчен. Используется декоратор для него, который переопределяет сам setTimeout, внутри себя вызывает старый setTimeout, но позволяет отследить вызов и позволяет отменить действие, если нам это не нужно. Про zone.js я потом скину, покажу референс на очень крутую презентацию, это, к сожалению, не уложится в один мой доклад. Вот. Но, грубо говоря, с помощью этой штуки, когда что-то происходит, мы все приложение может узнать о том, что у нас что-то изменилось. И после этого сверху вниз у нас происходят изменения. То есть, предположим, у нас есть какой-то компонент, есть дочерние компоненты, есть еще дочерние компоненты, допустим, здесь без связи, еще какие-то дочерние компоненты. И если мы здесь изменим значение, то начиная с верхнего нашего элемента, все из них будут обновлены. В каждом из них произойдет проверка изменений, какие были в приложении у нас. И после этого произойдет вот то сравнение, о котором я вам рассказывал. И, к сожалению, это не всегда выгодно в плане ресурсов, потому что представьте, что у нас есть какой-то огромный объект с кучей ключей, и нам необходимо его сравнить. Так выглядит проверка изменений, когда мы используем инпуты и аутпуты в наших компонентах. Но это не все, что мы можем сделать. У нас есть альтернативный второй путь. Собственно, это то, что я рассказывал. Про альтернативный второй путь я сейчас буду показывать. То есть он отвечает на вопрос, что делать, если я хочу, чтобы родительский компонент, родительское значение, обновилось после изменения дочернего значения в контексте того, что я вам рассказал. Итак, давайте немножко покодим. Я подготовил заранее небольшие примеры. Скажите, пожалуйста, если будет плохо видно, я увеличу, насколько это будет возможно. Я не сильно долго верстал. Грубо говоря, предположим, это то же самое дерево, о котором я говорил. Здесь два дерева. Сине-зелененькое – это примитивы, то есть строка. И дальше, желто-красненькое – это у нас объект. И их поведение у нас отличается.
Давайте я покажу сперва код. То есть это обычные компоненты без onPush. Есть у нас, я подозреваю, что дерево слева вам видно плохо, но я, к сожалению, не могу его увеличить. Есть два компонента, вот я на них курсором навожу. Один из них это рекурсивный элемент просто дерева, который с объектом. То есть, грубо говоря, все вот эти вот листья — это один и тот же компонент, отрисованный рекурсивно. И у нас есть с объектом, и у нас есть с примитивом. Компонент с примитива выглядит довольно просто. Так я немножко вынужден уменьшить, чтобы было видно. То есть, грубо говоря, у нас есть input, который принимает сам себя, и итерация, для того, чтобы мы могли отследить, сколько веток у нас уже отрисовано, сколько итераций произошло, и остановить это все дело. Темплейт тоже максимально простой. То есть, грубо говоря, у нас есть ветка. К сожалению, из-за того, что оно большое, оно кажется большим, но это не так. Есть ветка, которая отрисовывается рекурсивно, и у нас отображается информация наша и input. Ну и он отрисовывает внутри себя три таких же компонента, как он сам. То есть вернемся, выглядит это вот так. Когда мы изменяем значение в input в рамках одного компонента, у нас обновляется значение. И если вы пытались передать через ng-model с помощью синтаксического сахара для двустороннего байндинга какую-то переменную в компонент, вы, вероятно, сталкивались с тем, что она не байндится на самом деле. Примитивы, они не байндятся. Для этого приходится использовать дополнительное описание. Ну, грубо говоря, вот вы можете обратить внимание, что обновляется только сам компонент. На родительские это никак не влияет. В качестве решения очень часто, к сожалению, предлагают использовать решение с объектом. То есть объект, он у нас мутабельный. Объект все равно будет ангуаром проверяться на предмет изменений. Но при этом всем объект передается по ссылке, не по значению. Поэтому если мы изменим что-то одно, вуаля, этот объект изменился везде. Давайте вспомним ту схему, которую я отрисовал на доске. То есть, грубо говоря, каждый раз, когда я здесь что-то пишу, Angular идет по всему дереву наших компонентов и сравнивает весь этот объект каждый раз с сохраненной копией этих значений. И это дорого. Теперь я отвечу на вопрос, который я задавал, открывая вообще этот пример. Что делать с примитивами для того, чтобы передать их в родительский компонент правильно? Есть замечательная штука, которая называется event-эмиттеры. И на самом деле вот этот вот синтаксис, который вы можете видеть с двухсторонним байндингом, на самом деле этот синтаксис предназначен для того, чтобы передавать объекты и обращаться к их референсам. Этот синтаксис позволяет нам обратиться к event-эмиттеру, то есть у нас есть переменная data, у нас есть переменная data-change, нам не надо нигде больше декларировать привязанность ее к data. Это делается с помощью самого Angular. Мы создаем просто пустой event emitter. И на наши изменения я сделал просто, чтобы когда пользователь что-то пишет, на изменение input триггерится вот этот вот метод. У нас будет event emitter эмитить значение вверх. И теперь, как вы можете видеть, значение обновилось вверх, после чего оно обновилось во все листья. И это гораздо ресурсоэффективнее, чем использование объектов для этих целей. Но не всегда мы работаем с примитивами, иногда нам необходимо работать с объектами. Что мы можем сделать в этом случае? Для работы с объектами нам предоставляется замечательная вещь, как Change Detection Strategy on Push. Сейчас я покажу, как это работает. Откроем наш компонент, который отвечает за передачу объекта. То есть вот, собственно, тот самый объект. Вы можете увидеть, что у нас у него один ключ. В этом ключе у нас указана строка, которую мы обновляем в браузере. И она обновляется везде, потому что это ключ, потому что это референс. Давайте будем использовать onPush.
Change Detection Strategy — это, по сути, enum, который мы передаем в декоратор нашего компонента. Вот, и нам надо его ключ onPush. После того, как мы активируем onPush, давайте попробуем изменить что-либо. Вы можете увидеть, что обновился только одна ветвь нашего дерева. OnPush позволяет задекларировать нам, что заставить проверять все наши объекты не по значению, а по ссылке на них. На самом деле, то, что вы сейчас увидели, это тоже не является правильным поведением, потому как для... Это обеспечивает видимость правильного поведения, но не экономит нам ресурсы. Для того, чтобы сэкономить ресурсы, нам надо также использовать иммутабельное значение. Давайте немного вернусь к презентации. Ух ты ж, не то. То есть, допустим, мы согласились с тем, что использовать input для передачи объектов — это не ресурсоэффективно, что это немножко некрасиво, хоть это и работает. И давайте посмотрим правде в глаза. Есть замечательный доклад по этой теме. Если кому будет интересно, я могу потом еще скинуть после презентации ссылку на него, где Паскаль Пшейд, если я правильно могу прочитать его фамилию, он рассказывает о зонах, и о том, как правильно, глубоко работает onPush. Подробно. Я не стал копировать его презентацию. Очень рекомендую посмотреть. Итак, мы посмотрели на наши примеры. Мы разобрались, как работает дерево. Что же может нам помочь? Нам могут помочь функциональное программирование и мутабельные структуры данных. Да, вообще очень крутая тема, чтобы сейчас хайпить, но... Я расскажу реальный кейс, где это может работать. Итак, небольшой attention, то, что я сейчас рассказываю, это очень поверхностно. Просто для того, чтобы объяснить и дать какое-то базовое понимание. Кто из вас сталкивался с функциональным программированием? О, ну уже лучше. Это внушает оптимизм. Если коротко прорезюмировать, функциональное программирование, оно на двух вещах. О использовании pure functions, настоящих функций, и об использовании мутабельных структур данных. Если вы хотите меня исправить, я напомню, что я говорю именно сейчас очень поверхностно. Что такое pure functions? Это, они же настоящие функции, это функции, которые принимают только аргументы какие-то, возвращают новое значение, не модифицируя свои аргументы, и не используют никакие переменные снаружи. То есть, грубо говоря, есть функция, она не знает то, что может происходить снаружи, в скопе, внешнем скопе этой функции. Она просто принимает какие-то аргументы, что-то с ними делает и возвращает нам новое значение. Что такое мутабельные структуры данных? Это структуры данных, которые не мутируют. Очевидно. Итак, мы говорили об onPush. И onPush, он быстр для больших структур данных. И именно для больших. То есть, если у нас есть какой-то небольшой объект, мы делаем его иммутабельным, мы подключаем onPush, вероятно, прироста эффективности мы не увидим, потому как иммутабельные структуры данных в JS, они на самом деле не быстрые. То есть, дело не в том, что структуры данных быстрые, дело в том, что использование иммутабельных структур в конкретной архитектуре позволяет нам достичь лучших результатов. Дальше. OnPush не будет чинить за вас код. То есть OnPush решает конкретно проблему с проверкой какого-то большого объема данных, больших объектов. Но он не делает сразу магическим образом любое Angular-приложение крутым и быстрым. И, вероятно, вам это не понадобится. Где вообще может быть полезен OnPush? OnPush может быть полезен, когда вы используете, реализовываете какие-то большие гриды. Предположим, есть приложение Excel-подобное, где куча инпутов, все инпуты друг от друга зависят, и в таких гридах onPush спасает очень сильно, при том это видимый даже на глаз результат, а не какие-то синтетические приросты. Поэтому это здорово помогает.
Это может помогать в каких-то визуализациях, что тоже имеет место быть. Это может помогать во фронтендных фильтрах, если вам приходится фильтровать большие объемные данных на фронтенде. Такое бывает. Хоть это нехорошо, но такое бывает. В таких случаях он push будет очень полезен. Схему я вам показал. Итак, структура данных. Вернемся. Мутабельные и мутабельные. Да. Я повторяю это много раз, это должно стать очевидным. Что такое вообще мутация данных? Мутация данных — это изменение какой-то исходной переменной. Грубо говоря, мы создали объект или массив и изменили его, но ссылка на него остается та же самая. То есть, грубо говоря, предположим, у нас есть декорация массива, мы делаем push — это мутирование исходного массива. Что мы можем сделать для того, чтобы этого избежать, для того, чтобы использовать тот же самый onPush? Мы можем использовать классические способы для того, чтобы создавать новые массивы и новые объекты, вместо того, чтобы мутировать их. Можем использовать Immutable.js, как минимум MapSet, но это не все, что нам предоставляет. И мы можем использовать также вдогонку такую штуку, как монады. Во всем по порядку. Классические способы создание копий для объектов Object Assign. Для массивов можно использовать вот такую вот крутую штуку. И, в принципе, это возвращает нам в результате новый массив, который не будет совпадать референсом с предыдущим значением, которое сохранил Angular. То есть, грубо говоря, когда мы взяли onPush, Angular больше не проверяет значение. Он проверяет ссылки. И этого достаточно для того, чтобы изменить ссылку. Небольшой пример иммутабельных значений. Грубо говоря, у нас есть структура данных из Immutable.js, map. Мы создаем map. Ну, по сути, это иммутабельный объект в нашем понимании. Мы обновляем какую-то переменную, но мы не мутируем изначальный map. Мы создаем новый map. Если вы посмотрите, то мы имеем в результате разные значения. Если бы мы сделали это без мэпа, грубо говоря, у нас был бы просто вот этот вот объект, и мы попытались бы изменить его ключ, тогда бы, естественно, у нас было одно и то же. Что такое монады? Монады, на самом деле, очень интересная штука, в которой можно разбираться долго и долго. Я, по правде говоря, сам продолжаю ковыряться в монадах, и я в восторге. Монады — это контейнеры, которые позволяют нам обернуть любое значение, даже не зная, что это будет за значение, применять к нему какие-то методы. Сейчас будут примеры. Предположим, у нас есть массив. У массива есть методы. Это очевидно. Надеюсь, никому здесь этот код не кажется странным. Отлично. Вот, грубо говоря, обычный фильтр. И мы никогда не задумывались над тем, что было бы здорово иметь аналогичные методы для других типов данных. То есть, грубо говоря, у нас есть что-то, и мы хотим применить к нему map, какую-то функцию. Или фильтр, например, есть какое-то значение, с помощью фильтра мы хотим сделать boolean из него. Для того, чтобы избежать использования классических условных выражений. Это позволяет реализовать монады. И есть несколько реализаций. Я использую лично Monad.js. Библиотека настолько непопулярная, что при попытке ее загуглить, он предлагает мне скачать Moment.js. Но тем не менее, она довольно полезна и наиболее популярная библиотека по монадам для JavaScript. Грубо говоря, вот здесь вот maybe — это объект, который предоставляет нам библиотека Moment.js. Есть метод som для того, чтобы создать какую-то монаду. И в нем мы просто положим число. И мы можем к этому числу применить map, в котором будет map такой же, как для массива на самом деле. Мы можем этот map применить и для массива, допустим, инкапсулировать куда-то вот эту вот функцию, применять ее потом для массивов, применять ее для чисел. Этой функции на самом деле все равно, что там будет. Но таким образом мы можем применить map к нашему числу и создать новое число. Аналогично это работает для объектов, для массивов, для чего угодно. Мы можем использовать монады для одного целостного подхода к манипуляции с данными. Вот, например, вариант использования строки. Мы создаем какой-то сам, и мы можем проверить, есть здесь что-то или нет.
Эта штука позволяет нам избегать проверок в духе, а не undefined ли это случаем, а не null ли это. С помощью встроенных методов в тип, искусственный тип maybe, который реализует Mono.js, мы можем делать такие проверки, мы можем получить значение. Более того, мы можем задекларировать какое-то стандартное значение, например, sum high or, и есть метод or, и продекларировать значение, которое будет в случае, возвращаться в случае, если наш, да, это значение пустое, что тоже довольно удобно. Вот пример чуть побольше, к сожалению, он помельче. Грубо говоря, есть какой-то метод, обычный метод, и Mono.js позволяет нам реализовать карирование, просто вызвав этот метод на функции. После чего мы можем с помощью метода AP мы можем просто-напросто, карируя вот этот вот метод, получить результат. И в итоге... Гаст, я не скопировал результат, простите. В общем, в результате он выдаст нам, что Dawish London у нас Baker lives in... простите. Lives in Dawish London. Tom Baker lives in Dawish London. То есть с помощью карирования и Monad мы можем применять методы, в том числе map. Грубо говоря, видите, вот у нас есть maybe for name. Вот, и мы можем применять к нему map, наш person. Вот. Это изменяет несколько подход к манипуляции с данными, но это позволяет нам полностью избежать необходимости мутировать какие-то существующие структуры данных. Да? Да. Этот карри, это же, повторюсь, это не нативное карирование, это карирование для Mono.js. Грубо говоря, сам Monad по себе предоставляет для типов данных следующие методы, которые мы можем использовать. Можно ковыряться на самом деле долго. И на самом деле, я думаю, большинство из вас использовали Monad, об этом даже не подозревая. Пожалуйста, поднимите руки, кто из вас использовал RxJS. На самом деле, если заглянуть поглубже, RxJS и Observable, которые мы используем, это тоже Monad, потому как они позволяют нам манипулировать данными, которые мы еще не получили. Мы не знаем, какой будет тип данных, и мы можем с помощью того же самого FlatMap манипулировать ими, что очень удобно. То есть в какой-то степени RxJS — это та же самая монада. И Monad позволяет нам реализовывать эти монады для типов данных, которые рождаются в результате работы нашего приложения. Дальше. Для того, чтобы контролировать чекинг, проверку изменений у нас в приложении, есть также такие дополнительные вещи, как MarkForCheck. Если что-то изменилось, мы не обновляли ссылку, но мы хотим все-таки заставить Angular прийти и обновить этот компонент. Мы можем проверить этот компонент, мы можем вызвать MarkForCheck. Есть также два метода, detach и reattach. К сожалению, тоже очень подробная интересная вещь. Мы можем какие-то деревья нашего приложения отключать от проверки изменений вообще и потом подключать обратно в момент, когда они не нужны. Итак, было ли это эффективно? Это было эффективно, как я сказал, для больших структур данных. И вот для таких вот приложений, вот такого вот плана, OnPush очень сильно вам поможет. Но если приложение ваше выглядит как мой следующий пример, там где три инпута и один submit, то, очевидно, вам это не нужно. Также хочу отметить, что использование OnPush несколько меняет подход к написанию кода, и я лично сейчас стараюсь использовать OnPush как минимум с точки зрения организации проекта, потому как, возможно, в будущем он будет расти, хорошо иметь какой-то запас производительности, и поведение приложения тоже становится более предсказуемым, когда мы используем иммутабельные типы данных. Итак, я хотел это в начало перенести, но вот думаю, что самое место этой штуки здесь. Я когда готовил презентацию, я решил провести пример, и это 2000 уровней вложенности аналогичного дерева. И сейчас вот здесь вот я меняю input. Оно тормозит, это было реально тормоза просто скорости, это не то, что гифка тупит. И как вы можете видеть, после 1723 уровня вложенности все упало.
То есть, возможно, кто-то из вас помнит байки про 2000 слушателей в МГУР-1. Здесь 1723 на моей машине. Итак, это то, что я хотел сказать по поводу OnPush и Change Detection Strategies. Также я хочу вам рассказать про реактивные формы. Что такое вообще реактивные формы? Это формы. Надо было того чувачка сюда снова добавить. Прошу прощения. Реактивные формы позволяют нам упростить самый скучный процесс описания формочек, валидации этих формочек, проверки, можно ли эту форму засубмитить, сбора всех данных с этой формочки и так далее. Давайте проведем опять опрос. Простите, что я заставляю вас постоянно двигаться. Но... Кто из вас использует просто обычный ng-модул для того, чтобы взаимодействовать с инпутами? Вот во всех формах. Независимо от размера формы. Кто использует Reactive Forms? А кто пишет на Angular 2 и выше? Ага, хорошо. Итак, давайте посмотрим на небольшую формочку. Пока я открываю, просто скажу, что когда у нас много инпутов, возникает проблема при использовании ng-модула, проблема сбора всех этих данных, валидации, и в конце на сабмите нам приходится проверять валидность каждого отдельно взятого инпута, что не очень удобно. Команда Angular очень упростила нашу жизнь с введением такой штуки, как Reactive Forms. И у нас тоже есть пример по этому поводу. На секундочку я кое-что удалю. И добавлю это немного позже. Итак, у нас есть простейшая форма, но для наглядности. Но здесь я уже использовал Reactive Forms. То есть у нас есть несколько инпутов. То есть, грубо говоря, обычные бутстраповские форм-группы, и в каждой из них есть лейбочка и инпут. Пока не обращайте внимания на логику, которая здесь используется. И в результате мы имеем вот такую вот форму. У нас есть name, email и зверушка. Вот этот вот save сейчас он не активен. То есть это disabled. Когда он будет активен, он будет синее. Наша задача сделать так, чтобы эти все поля валидировали, чтобы имя не было пустым, email был email-ом, и зверушка не была в списке запрещенных. Для наглядности я сделал валидатор, где нельзя будет вводить три типа животных. То есть, например, введем какое-то имя. Сейчас я придумаю, куда микрофон пристроить, простите. А ладно. Если я чего-то не веду, он сразу же мне ругнется. То есть это нам надо тоже обрабатывать. То есть если человек побывал в форме, мы должны показать ему, что он не заполнил. И пусть будет какая-то зверушка. Но, допустим, я не хочу, чтобы в эту форму можно было ввести силу. И как вы видите, этот вариант не обрабатывается. То есть, грубо говоря, у нас получается, простым языком говоря, валидация, что поле не пустое, независимо от того, что мы сюда ведем. Валидация, что у нас есть какой-то настоящий email. Настоящий, имею в виду, банально просто, чтобы регулярка совпадала. И какой-то словарь значений, которые не могут использоваться для того, чтобы это работало. Как вы увидите, когда все валидно, мы можем сделать сейв. Когда не валидно, сейв мы сделать не можем. Итак. У нас есть несколько путей, как мы можем это реализовать. Первый путь – на каждый из этих инпутов навесить ng-модул и навесить валидатор конкретно каждому инпуту, и в конце просто проверять для каждой модели из valid. В противном случае мы можем, для меня это хороший случай, мы можем использовать Reactive Forms. Reactive Forms – это стандартный компонент Angular, модуль, который подключается, как все остальные модули. Прошу прощения, сейчас. Таким образом, вот у нас есть Forms, есть Form Builder и Validators. Просто инжектим зависимость с помощью конструктора.
и можем с этим работать. Закомментированный код, он закомментирован не просто так, я буду потом показывать. Итак, как вы можете видеть, вся наша форма, которая описывает поведение вот тех вот трех инпутов, она строится с помощью формбилдера, в котором есть объект, где в пустых кавычках у нас просто пустое значение, здесь все понятно, и дальше validators compose. В каждом из наших случаев мы используем несколько валидаторов. То есть для всех инпутов для нас важно, чтобы этот input был не пустой. Поэтому мы используем стандартное значение. Validators — это тоже validators required, это тоже и нам. Здесь это метод. И дальше разные валидаторы для каких-то типов данных. То есть все вот то, что вы видите сейчас, вот у нас есть required, и, допустим, здесь паттерн, что наше имя состоит только из латинских букв, цифр, точки. Дальше у нас есть email. Есть стандартный валидатор для email. Я не нашел, правда, информации, соответствует ли этот валидатор той большой регулярке, которая стандарт. Я не помню, как он называется точно. Там регулярка очень огромная есть. Да. И дальше, как вы можете видеть, у меня есть validate path. К нему. Же разные на эти сообщения, потому что я видел сообщение на пэте, когда пустое было, вывалилось на validate path. Да, сообщения разные. Смотрите, вы можете, каким вообще образом происходит валидация и отображение сообщений. Вы можете видеть, что у меня есть везде вызов метода isValid. Я это сделал для наглядности, для того, чтобы каждый раз не вызывать... Сейчас прошу прощения, я где-то задекларировал. А, isInvalid, точно, спасибо. Грубо говоря, он просто проверяет, что наша форма имеет нужные нам статусы. То есть, что форма у нас валидна, что наша форма не находится в состоянии ожидания. Об этом я тоже скажу позднее. И что наша форма touched. Если это так, то я просто показываю какие-то сообщения. То есть если форма у нас неправильна, если input заполнен неправильно, то есть, грубо говоря, здесь я передаю вот этот вот ключ, который у нас используется в нашем доме. То есть вообще как привязывается форма? У нас есть Angular предоставляет директивку form control name, где мы указываем вот username. Вот этот вот username, он один и тот же. То есть он соответствует вот username, email, pet. Он напрямую уходит на вот эти вот значения и смотрит логику, которая здесь находится. То есть просто с помощью директивы form control name. И в форме мы указываем саму форму, которую мы используем, demonstration form. Вот он. То есть таким образом мы привязали все эти инпуты к необходимым нашим валидаторам. Сообщение — это просто предефайненное сообщение в доме, которое показывается, если input не валиден. То есть если сейчас вернемся в форму, вот видите, email некорректный. Я здесь не указал конкретно, что это имя, но сообщение другое. Если я сейчас верну нелегальное животное, как вы можете видеть, что все сообщения, они разные. И делается это очень просто. Да. На пустое у вас реагирует, как будто он нелегальный. По идее, это проверка. Должна быть определенная последовательность. По идее, должно быть одно сообщение, что это пустое. Можно сделать отдельное сообщение, что он пустой. Можно в доме было бы просто обратиться. Прошу прощения. Можно было бы в доме обратиться к самой форме напрямую. То есть вот этот вот метод, который я писал, isInvalid, это было просто именно конкретно мое желание упростить сам дом, отображение в доме. Я бы мог в доме обратиться именно к нашему ключу и просто проверить его длину. Можно прописывать валидаторы в HTML, когда мы используем ng-model. Чем удобно использование вот этих вот форм? Я у себя на проекте их все выношу в отдельный файл. И, грубо говоря, у меня есть компонент, тесты, стили какие-то, темплейт и форма. И эта форма, она отписывается в отдельном файле, удобно, и потом просто можно сюда ее подключить, и ее даже не надо инжектить каким-то специальным способом.
То есть таким образом мы добавили эту логику к нам в форму. И давайте сейчас заполним ее. Гораздо больше обрабатывать большие формы, потому как нам нет необходимости в самом HTML располагать какие-либо валидаторы. Плюс мы, когда используем формы, мы можем легко собрать всю информацию с них. То есть, во-первых, нам легко реализовать такую штуку, как disable form. Если какой-то хотя бы один из инпутов у нас неправильный, то есть у нас один инпут неправильно остался, сейв не активен все равно. Мы что-то изменили, и сейв стал активен. Дальше, нам легко устанавливать какие-то стандартные значения. То есть я сейчас кликну set default values, и я обновил на какие-то предефайненные значения сразу два инпута. То есть мы можем обновить любой инпут прямо из нашего компонента. Это делается следующим образом. Вот у нас есть set default values. И с помощью pageValue мы можем обновлять любые значения. То есть таким образом мы очень упрощаем взаимодействие с нашей формой, с инпутами в доме, не вызывая эти инпуты явно никаким образом. То есть я нигде не использую обращение через viewChild или через решетку. И когда мы хотим это все дело засубмитить, я могу нажать Save. Сейв вызывает метод onSubmit, где я просто забираю значение нашей формы. То есть у нашей формы есть параметр value. Это просто объект со всеми значениями, какие нам нужны. И когда форма состоит из, скажем, 30 инпутов, это очень упрощает жизнь. Далее. Как вы можете видеть, я специально добавил уведомление, как это все происходит. На самом деле, как работают вообще валидаторы. Я вам показал, как происходит валидация нейма и имейла, но не показал, как проходит валидация нашего животного. Животное — это кастомный валидатор, и по сути, что такое валидатор? Валидатор — это функция. Вот так он выглядит. То есть, грубо говоря, у меня здесь есть массив disallowed animals. Я добавил console.log для наглядности. То есть, грубо говоря, каждый раз, когда мы что-то пишем, вызывается этот валидатор. То есть здесь ничего особенного, никакой магии нет. Когда валидатор нам возвращает такую штучку, значит, у нас все плохо. То есть, грубо говоря, я проверяю, что в этом массиве у нас есть эта зверушка, которую пользователь ввел. Тогда мы не должны это значение пропускать. Если мы возвращаем null, да, возможно, это нелогично, но это так задумано командой ngor, тогда валидация проходит, и у нас все хорошо. Как правило, задача проверить что-то в словаре, наиболее популярный кейс использования возникает, когда пользователь заполняет форму с имейлом, и нам надо проверить, что этот имейл, например, уже есть в нашей базе или его еще нет, до того, как пользователь нажмет submit. Для этого у нас есть такая штука, как асинхронные валидаторы. Асинхронный валидатор отличается от синхронного практически ничем. Главное отличие то, что он возвращает не значение, а промис, который резолвит те же самые значения в результате, как обычный валидатор. То есть, посмотрите, грубо говоря, у нас есть те же самые disallowed animals, только другие. Check animals, тот же самый метод, который был в предыдущем валидаторе, просто его инкапсулировал в метод для того, чтобы вызвать его в промисе. И он не возвращает значение, а резолвит промис. То есть он резолвит либо вот ту же самую штуку для того, чтобы показать нам сообщение об ошибке, либо он резолвит null. Я специально в тайм-ауте сделал 1,5 секунды. Для того, представим, что это у нас какой-то HTTP-запрос. Просто для того, чтобы это было асинхронно. Сейчас я подменю значение в нашем компоненте. И тут возникает еще один важный вопрос, пока оно собирается. Как мы можем обнаружить, что в данный момент наша форма, наш input, он уже заполнен, но он в процессе ожидания? Вот почему еще имеет смысл использовать Reactive Forms? Потому что он нам предоставляет для формы статус pending. Грубо говоря, вернемся в наш шаблон и посмотрим на то, как выглядит input
и оформление для нашего пэта. То есть у нас есть, помимо того, что он может стать красным сообщением об ошибке, у нас есть еще warning для того, чтобы он стал оранжевым. Есть еще один метод из pending. То есть, грубо говоря, он тоже инкапсулирует длинное обращение к нашему ключу с нашим инпутом для того, чтобы проверить его статус pending. Давайте посмотрим, как это выглядит. Грубо говоря, там напишем какое-то имя, какой-то email и pet. Вспомним, какие животные у нас запрещены, то есть нам нельзя панду, например. И начнем что-то писать. Походу, я не сохранил наш компонент. А, прошу прощения. В отличие от обычных валидаторов, у нас мы можем отдельно передавать вот в этом массиве. Мы передаем обычные валидаторы синхронные, то есть либо с помощью композа несколько, либо вот в данном случае я передаю один валидатор. И также мы можем передать третьим параметрам массива асинхронные валидаторы. Так, не сохраню. Сейчас это все дело соберется. Собралось. И, грубо говоря, когда мы начинаем что-то писать, input становится желтым на 1,5 секунды. Потом мы узнаем результат валидации. И, как видите, он в нормальном состоянии. Но если мы напишем панду, как же тяжело печатать одной рукой. У нас ушел запрос на валидацию, и вуаля, input не валиден. Это очень удобно, когда нам надо не валидировать какие-то значения с базой. Это бывает полезно, когда мы не можем забрать на фронтенд словарь, например, всех имейлов. Это могут быть какие-то институшены, это может быть что угодно. Это может быть какой-то большой массив данных, какой у нас есть в базе данных. И можем передать на сервер наш user input, получить ответ от сервера, и, основываясь на нем, дать результат, вывод по валидации этого input, не перезагружая всю страницу и не отправляя всю форму. Собственно, для наглядности теперь я верну все наши параметры нашей формы, какие в ней могут быть. Как вы можете видеть, у нас основные четыре параметра, которые мы можем использовать в форме, это форма валидна, форма тронута, у формы есть статус, и форма не тронута. Во-первых, форма валидная, я думаю, здесь все понятно. Когда мы все заполняем, этот параметр становится true. Форма touched. Этот параметр триггерится, когда мы первый раз что-то изменили в инпуте. Именно изменили, то есть потеряли фокус на нашем инпуте. И это основная разница с form из pristine. Потому как, если вы посмотрите, вот сейчас я начинаю что-то печатать, pristine уже не активно, но touched тоже до сих пор false. И только после того, как мы потеряли фокус с инпута, он изменился. Ну и если мы что-то заполним, видите, form-status был pending. То есть это позволяет нам отслеживать состояние формы, когда мы не знаем, валидна она или нет, когда мы что-то ожидаем. Это позволяет легко навесить какой-нибудь preorder, показать сообщение пользователю, мол, дружище, подожди, мы проверяем твой ввод. Важно получить фокус и потерять, или все-таки что-то нужно изменить? Touched сработает, если мы что-то в форме изменили. Да, да. Но pristine изменится, как только мы просто хотя бы что-то сделаем. Даже если мы в итоге вернем предыдущее состояние формы. Итак, резюмируя. Мы можем обновлять значения с помощью реактивных форм, мы можем ее сбрасывать. У нас есть такие параметры, как touched, valid. У нас есть валидаторы асинхронные и синхронные. Мы можем их композить, объединять, чейнить. У нас есть свои валидаторы, которые мы можем с легкостью написать. Я хотел просто на две части изначально разбить, но за вопросы сразу ответил, показал сразу все. Есть и синхронные валидаторы.
Вот. И когда мы сабмитим форму, мы просто выбираем все эти значения с помощью value нашей формы и можем ее отправить. Также есть такая крутая штука, как form array. И что такое form arrays? Предположим, мы не знаем, сколько инпутов будет в форме. Вот недавно я сталкивался с такой задачей. Есть, предположим, список заведений каких-то, и пользователь может добавлять эти заведения сам. Грубо говоря, есть input, типа input с тегами, и пользователь может создавать этих заведений много, просто теги наклацал. И для каждого тега у нас должен появиться виджет, в котором есть еще части этой формы. То есть для каждого заведения он может указать дополнительную информацию, там еще два инпута для каждого заведения. И вначале, когда мы создаем форму, мы не можем точно знать, сколько будет инпутов. И мы можем создавать их динамически с помощью form array. Тоже очень удобная вещь, к сожалению. Демка будет очень объемная, поэтому просто упомяну, что это можно сделать. Есть field observers. Мы можем подписываться на изменения инпутов таким же образом с помощью наших reactive form из самого кода, из самой нашей viewmodel. То есть нам не надо в HTML бандить на них какие-то слушатели. И это хорошо тем, что когда мы создаем какую-то форму динамически, нам нет необходимости переживать о том, что ой, а нам надо как-то в HTML еще там слушатель подпихнуть, чтобы он еще и стригерился после этого всего. Вот. И в заключение я хочу поговорить об анимациях, о дизайне. Я думаю, мы здесь все разбираемся в дизайне, потому что мы же фронтенд-разработчики. И зачастую анимации неуместны, но, предположим, мы знаем кейс, когда неуместны, и это, наверное, единственный крупный breaking change между Angular 2 и Angular 3. Angular 4, простите. Итак, что такое Web Animations API? Web Animations API — это новая пишка, которая появилась не так давно, уже поддерживается многими, но далеко не всеми браузерами. Как вы можете видеть, ситуация у нас такая. И ну, такое. Для всех остальных она полифилится. Полифил идет в коробке с Angular 4, с компонентом специальным Angular 4, я о нем скажу позже. И таким образом, собственно, что такое Web Animations API? Возможно, вы сталкивались с тем, что между анимацией с помощью стиля и анимацией с помощью скрипта, именно каждого шага, каждого фрейма, есть большая разница в производительности. Это связано с тем, что для CSS-анимации браузеры задерживают видеокарту, и там несколько другие алгоритмы ее обработки. А для JavaScript-анимации мы каждый раз перерисовываем, если это, например, дом, то мы каждый раз перерисовываем дом там несколько раз, несколько десятков раз в секунду. Это очень медленно, и поэтому какие-то сложные анимашки с помощью, простите за пример, jQuery Animate, они получаются довольно тормознутыми, и аналогичные решения, они обладают той же проблемой. И там есть много решений, на самом деле, как это все обходили, например, с помощью транзишена в CSS, сокращали количество шагов джаваскриптовых, просто указывая какие-то фреймы, и они между собой анимировались с помощью транзишена CSS-ного. Но это все были костыли, это было неудобно. К счастью, браузеры наконец-то научились делать дали нам нормальную опишку для анимации в 2017 году. Не все даже дали в 2017 году, но движение в эту сторону есть. И все это нам надо только для одного, на самом деле, чтобы наши анимации были быстрее. К сожалению, даже такая банальная задача, как для какой-то плавно выезжающий сайт-бар, решается довольно сложно, особенно если у нас какая-то ретина у пользователя. Это начинает немножко подлагивать. Потому, почему это быстро, я сказал вам, то есть из-за того, что это триггер, не сказал, это триггерит CSS-анимации под капотом. То есть мы получаем в JavaScript API-шку, которая позволяет нам анимировать с помощью механизма анимации CSS, а не JavaScript. И разница между Angular 2 и 4, вуаля, тем, что компоненты те же самые, trigger style transition animate group, Trigger Style Transition Animate Group. Тем, что теперь анимация не является частью ядра. Все, это основной breaking change.
И все обновление с Angular 2 на Angular 4 у меня на проекте закончилось тем, что я просто поменял в импортах вот это на это. Итак, примеры. Здесь уже будет просто весело и быстро. Вначале про сам Animation API. Здесь все очень просто. Сейчас я покажу вам независимо от Angular, как это работает. Грубо говоря, у нас есть, ну как грубо говоря, де-факто, у нас есть 4 файла, индекс простейший, у нас есть какая-то менюшка, это все заключено в меню, в ESDIF-менюшка, в нем есть 4 ссылки. Я не использовал Bootstrap, я использовал обычный CSS Reset, чтобы не особо заморачиваться, и несколько простейших стилей, которые все равно потом переопределятся JavaScript. И есть у нас скрипт, который описывает нашу анимашку. То есть если вы присмотритесь, у нас появился у дома элемента нативного, не jQuery-овского, метод animate. Это не все, что появилось, но это, в принципе, базовая вещь, которая позволяет нам взаимодействовать с анимациями Web Animations API. И, грубо говоря, мы здесь описываем наши фреймы. То есть вся длина анимации — это один. И вот есть такой параметр, как offset. И с помощью offset мы можем указать в процентном промежутке времени, допустим, здесь на 30% мы хотим иметь вот это вот состояние нашей менюшки, на нуле вот такое, вот на 35% такое, на 95% такое и на 100% вот такое вот поведение. Мы указываем duration, то есть 6 секунд, и количество итераций, бесконечность. И в результате мы можем видеть вот такое вот поведение, которое работает довольно плавно, даже несмотря на то, что у меня ретина. Потому как большинство анимаций, к сожалению, в современном вебе у меня люто лагает. То есть, по сути, API-шка максимально простая. То есть сейчас она работает без каких-либо полифилов в Chrome и работает довольно резво. Как мы можем это использовать в Angular? Как мы можем это использовать? Мы должны это инкапсулировать. Собственно, Web Animations API — это как раз непосредственно… Ой-ой-ой, простите. Грандиозная концовка не получится. Мы должны его инкапсулировать. Вернемся к нашему примеру с Angular. Я подготовил также пример с анимашкой. У нас есть какая-то надпись, мы хотим изменить ее цвет, и просто, чтобы это было наглядно, я хочу добавить для нее какой-то letter-spacing. Мы могли бы вызвать непосредственно саму вот это вот animate на DOM-компонентах, но ходить напрямую в DOM из Angular — это нехорошо, поэтому нам дали рычаги для того, чтобы делать это, не ходя в DOM. Это дополнительный уровень абстракции, он довольно прост, простой, и давайте посмотрим. Вот у нас есть компонент для анимашек, то, что вы видели, есть простейший DOM. Ну, теперь честно, простейший — это самый маленький DOM, какой у нас есть в этих примерах. Есть референс на анимацию, это единственное, что здесь отличается. И есть кнопочка, которая эту анимацию запускает. Вот это, возможно, будет для вас незнакомым. Такой синтаксис через собаку. Если вы посмотрите, мы объявили вот тест animation в animations параметре, в animations ключе, в который мы передаем в объекте, в декоратор компонента. Вот у нас есть триггер. Вообще вот эти вот все триггер, state, transition — это все методы, которые мы импортируем, вот я вам показывал, из модуля. После того, как Angular обновился до четверки, это все вынесли в отдельный модуль, потому как Angular Animations развивается довольно быстро, Angular развивается не так быстро, и ребята захотели независимости. И, в принципе, это имеет смысл. Поэтому теперь это отдельные компоненты, но API-шка у них осталась разная. Одинаковая, простите. И, грубо говоря, мы триггерим какую-то анимацию. Вот тест animation. Вот он забанден. То есть мы забандили вот эту вот анимацию на наш вот этот объект. Это просто заголовок I'm gonna animate. Вот он. И на методе, который trigger animation, это единственный метод, который у нас есть, он меняет наш state. То есть, и вернемся сюда, вы можете увидеть, что у нас... Ой, не туда. Что у нас есть... Вот, test animation, указано state. State — это переменная, которая описывает состояние. Состояние у нас вот перечислены. Вот state green, state blue. Простейшее. То есть, если вы присмотритесь, это те же самые объекты стилями, которые были у нас в нативной API-шке.
Но обновляя наш стейт, просто обновляя наш стейт в компоненте, нам не надо больше ничего триггерить. И анимация будет срабатывать. И выглядеть это будет следующим образом. То есть, нажимая на кнопочку, мы просто изменяем значение. Это такой тумблер между green и blue. Мы просто анимируем его с помощью Web Animations API. То есть, опять же, это быстрая анимашка, которая использует Web Animations API и производительность нашей видеокарты для того, чтобы взаимодействовать с домом. Скорость анимации, да, у нас есть для каждого стейта, как вы можете видеть, у нас есть транзишены описаны. От зеленого к синему и от синего к зеленому. И для них я могу указать разную скорость и разный тип поведения. Вот, допустим, я могу не EasyN использовать, я могу Veneer использовать. Поэтому это получается довольно гибко. Наиболее популярный кейс использования этой технологии — это как раз всякие штуки, а-ля материал дизайн, выезжающие сайдбары, кнопочки, которые выезжают, когда нажимаешь на кнопочку, меняется бэкграунд, оно разъезжается. Вот такие вот вещи, они безбажно на больших экранах работают у меня как раз именно только с Web Animations API, с помощью таких вот вещей. Вообще на любое можно. Да. Я не помню, то ли звездочка, то ли две звездочки, но знаю, что такой синтаксис используется. Есть. Макет обновляется каждое изменение с каждого кадра. Любое изменение параметров, которое меняет состояние страницы, оно заставляет браузер перерисовать весь дом, к сожалению. То есть поэтому любое взаимодействие с домом, оно получается чертовски медленным. Но с использованием вот этой вот штуки оно получается медленным, но не настолько медленным, как с использованием классических подходов. Итак, по докладу это все. Вот, но я буду рад ответить на вопросы, если они у вас есть. Такой вопрос. По поводу то, с чем работает Angular, есть Go. Вот Go сейчас утверждает, что еще быстрее. Что, по вашему мнению, в перспективе он нас ожидает? На бэкэнде? Это тяжелый вопрос, особенно учитывая, что я фронтенд-разработчик. Вот. На самом деле, производительность языков — это очень коварный вопрос. И есть даже мнение, что, допустим, PHP будет быстрее при всех равных, но почему-то PHP популярнее не становится. А некоторые медленные языки, они будут тыкать пальцами, они популярнее становятся. То есть вопрос на самом деле даже не только в производительности. На самом деле вопрос в том, насколько удобно и быстро писать нам приложение. Именно командам разработчиков. То есть в любом случае, бэкэнд — это какой-то бизнес. И если будет разница в том, чтобы заплатить за сервер какой-то большой компании $2000 или $3000 в месяц за сервера, или заплатить за разработку в 5 раз больше, там не 100 тысяч, а 500 тысяч, то я думаю, ребята выберут тот язык, на котором дешевле разрабатывать, а не тот, который дешевле хостить. В вопросах касательно производительности тут все сложно, к сожалению. Я не решусь дискутировать на эту тему. Да. Вы рассказывали про реактивные формы, то есть видели декорации и так далее. Еще вы упомянули про динамические эти рейсы, которые. Форм рейс, да. Форма рейс. Как вы будете декларировать реактивные формы, если у вас форма рейс? Вы не знаете, допустим, я смотрю, там были привязки именно к именам полей. Да. А как вы будете делать подобное динамическое описание, в случае, если у вас имена, допустим, будут содержать какие-то индексы и добавление динамических? Я понял. Во-первых, начиная с ES6 у нас появилась возможность использовать переменные в качестве ключей в том числе. Мы можем эти переменные также сохранить в компонентах. Можем иметь какой-то стек переменных, которые будут использоваться как ключи. То есть, грубо говоря, мы сгенерировали какую-то форму array, мы сохранили эти значения у нас в компоненте, и мы с помощью этих значений как-то индексируем на своем компоненте этот input. Но я слабо представляю на самом деле кейс, когда мы можем оказаться в ситуации, что мы не знаем этих ключей. Когда эти формы генерируются, они генерируются в любом случае в
после какого-то действия пользователя или там после какой-то нашей задумки, например, там тайм-аут воткнули. То есть в любом случае это не какое-то случайное действие, и логику для описания имен можно продумать. Вот, например, когда у меня генерировались эти виджеты, у меня просто использовался индексы там 1, 2, 3 в зависимости от итерации форм-группа для того, чтобы понимать, сколько их там и как-то с этим работать. Учитывая, что родительская форма знает о состоянии дочерних форм, то явные вызовы их мне тоже не требовались. То есть, грубо говоря, я получал form-value, и он мне возвращал value в том числе и всех дочерних элементов. То есть все это дерево, оно на выходе получается для меня как обычный объект. То есть по факту оно будет форма состоять из кучи дочерние будут такой же структуре, как мы их декларировали в форме. Например, у нас есть ключ какой-то, то есть вообще вот эти вот форм-группы, они декларируются как дочерние элементы каких-то... Ну, вот у нас есть объект, там ключи были, если помните, email, name и так далее. И у нас будут также ключи для каждой форм-группы, какую мы используем. То есть, допустим, форм-группа 1. И потом, когда мы получаем результирующий объект, мы будем видеть там форм-группа 1, а в нем будет еще один объект. В этом объекте будут те значения, которые были в форме дочерней. То есть, получается, иерархия сохраняется. Как мы ее продекларировали в самой форме в JavaScript, так мы получим ее потом в JSON. Да. Он похож чем-то на тот же form data? Нет, это вы имеете в виду form data, который на сервер идет? Да. Нет, это обычный JavaScript-овый объект. Вопрос того, как мы его будем отсылать, это уже наш вопрос, как мы это реализуем в сервисе для взаимодействия с HTTP. То есть двумя словами, для того, чтобы, если будет требоваться отправка именно form data, еще конвертер. Нужен один конвертер на все приложение. Грубо говоря, будет какой-то сервис для отправки HTTP-запросов на сервер и обработки ответов. И в нем, там, допустим, у нас будет какой-то send, который будет принимать метод, который мы используем, данные, какие мы будем отправлять. Вот, в принципе, этого достаточно. А и URL, куда мы хотим отправить. Вот, он там какие-то хедеры добавит, это уже нам не надо передавать явно каждый раз. И он сам сконвертирует объект form-date. Грубо говоря, мы один раз это описали, и потом переиспользуем во всем приложении. И как-то явно завязывать это с формами у нас нет смысла. И нет такой задачи. Спасибо за доклад, было очень круто. У меня вопрос немножко не очень по теме. Но я прочитал ваше описание и не мог не спросить. В общем, у меня есть знакомый, который фронтенщик. Но он не пишет тесты. Я говорю, чувак, что ты не пишешь тесты? Он говорит, ну если бы я узнал, где можно почитать, там, послушай, как это интересно. С чего начать человеку, который вот не писал тесты на фронтенд? Посмотреть, открыть просто Jasmine, посмотреть примеры. На самом деле юнит-тестирование на фронтенде, оно зачастую простое, как пробка. Единственная сложная составляющая, наверное, фронтендных тестов — это тестирование асинхронных каких-то действий. Но это все дело мокается. Поэтому юнит-тестирование, оно гораздо проще, чем оно кажется. Единственное, что это монотонно, это время, и поэтому это не всегда легко продать. Но с точки зрения научиться, думаю, здесь даже не надо что-то специально читать. Достаточно просто открыть спеки по Jasmine и посмотреть, как это работает. Тем более, если использовать Angular 2, там Angular 4, собирать его с помощью Angular CLI, он сразу генерирует тесты, если это не отключить, конечно. И он сразу собирает окружение для того, чтобы эти тесты запускать. То есть не надо сидеть, собирать... Мол, ой, что это моя карма не хочет запускать мой Jasmine, а как мне его вывести, а как мне его сохранить. То есть это все у нас есть из коробки. И для того, чтобы поиграться с тестами, этого достаточно. Более того, он еще генерирует пустышки тестов для каждого компонента при генерации нового компонента. Спасибо, я ему так и передам. Хорошо. Слово. Спасибо за доклад, действительно интересно. Вопрос, возможно, глупый, не знаю. Насчет асинхронной валидации. Синхронной все понятно. Ты там символ ввел, провалидировал. Как работает асинхронная валидация? То есть, если я там несколько символов ввел, я же не буду посылать... Дебаунсинг. Но это все зависит от того, как мы это заимплементим. То есть, по умолчанию, асинхронный валидатор не содержит в себе никаких механизмов для обработки такого поведения пользователя. То есть, мы пишем асинхронный валидатор сами, и для того, чтобы этого не было, нам надо написать дебаунсер. Либо использовать какую-то библиотечную, но я имею в виду, что заюзать дебаунсер мы должны сами. В противном случае мы будем бомбить сервер. Еще можно принять
Ну вот как раз, дебаунсинг, об этом речь. Нужно говорить прямо вот в него. Прямо в меня. А можно еще раз все-таки, в чем преимущество в том, что валидаторы у нас в JavaScript задекларированы, а не в разметке? Окей. Преимущество в том, что нам нет необходимости в генерируемом коде, в генерируемых формах, например, когда мы используем форму arrays, у нас нет необходимости как-то подсовывать в генерируемый код какие-то зависимости. То есть на самом деле это боль, и я считаю, что это откровенно плохо, когда мы генерируем какой-то код, генерировать сразу еще какие-то в этом коде слушатели, потом как-то пытаться эти слушатели в компоненте отловить, а потом еще надо как-то их удалить, потому как наверняка они будут вне скопа нашего компонента. То есть это лишний геморрой. Но HTML же тоже часть нашего компонента, по сути. Безусловно. Но вопрос в том, что когда у нас есть какой-то код, который мы не знаем, сколько его появится, и там будут какие-то зависимости дополнительные, это будет неудобно трекать. Вот, более того, представим ситуацию, у нас вот есть форма, в ней есть каких-то... Давайте даже вообще без динамических форм-группов. У нас есть форма, и у нас есть там 20 инпутов в этой форме. И мы можем просто использовать... Декларация валидатора в данном случае, она не сыграет роли. Но забрать значение, когда мы описали валидаторы в формгруппе, а не в HTML, мы можем просто с помощью вызова нашей формгруппы всей value. Мы получим все значение всей формы. У нас нет необходимости проходить по каждому инпуту, спрашивать, дружище, а ты валиден или нет? Вот у нас сразу это все централизовано, сразу форма узнает свое состояние, валидна она или нет, и это очень удобно. А, то есть если декларируем в HTML, то так не получится, да? Да. Ага. А еще такой вопрос. Вы выключали когда-то энкапсуляцию CSS в компонентах? Я буду честен. Я отключаю энкапсуляцию для родительского компонента, самого родительского, который обычно он называется app-компонент, для того, чтобы описать какие-то общие стили для того, для всего приложения, например, какие-то кнопочки и так далее. Раньше в билдах не было. Сейчас для этого появился специальный CSS-файл, который так и называется, main CSS. Раньше его не было, поэтому с тех пор у меня тянется такая привычка. Порой появляются задачи стилизовать какой-то сторонний компонент, который мы используем. Я привожу постоянно один и тот же пример, datepicker, потому что, не знаю, как-то не сложилось у нас в экосистеме с Angular 2 и выше нормальные datepickers иметь. Вот. И... Бывает, datepicker, вроде бы он нас по функционалу устраивает, но он выглядит отстойно, не соответствует нашим дизайну вообще, и приходится как-то взаимодействовать с его стилями, тогда я перебиваю его с помощью deephost. Вот, это селекторы shadow-домовские, вот, но это, конечно, тоже боль. Ага, то есть не выключая инкапсуляцию, пробрасываете CSS внутрь, да? Да, но это получается как доминирование над дочерним компонентом с помощью CSS. То есть, по сути, получается, вот этот родительский компонент устанавливает стили для всех внутренних, а они уже там у себя оверрайдят свое, что хотят. Да-да-да. Ну как, он не устанавливает именно для всех внутренних. Грубо говоря, когда мы отключаем энкапсуляцию, он просто, как обычный CSS, он ссылается на классы. А когда мы включаем энкапсуляцию, сейчас почти повсеместно используется эмулированная энкапсуляция. Он просто подставляет, генерирует уникальные атрибуты для каждого элемента, каждого компонента и просто указывает их в CSS для того, чтобы увеличить вес этого селектора. И поэтому, если мы в родительском не будем использовать никакие импотенты, то в любом случае все дочерние стили, они будут иметь вес больше, чем родительские стили. Вот, и да, поэтому таким образом с помощью дочерних стилей я переопределяю родительские там, где они нужны. Спасибо.